Власне, друзі, ми сьогодні з вами зустрічаємось на дуже цікавому проєкті. Цей проєкт про надпотужних, надсучасних жінок, які створили себе самі. Е, і сьогодні в нас в нашому проєкті неймовірна, цікава жінка, яка справді зробила все сама. Вона справжній боєць в світі моди, універсальний боєць в світі моди. Вона та жінка, яка вже розповідає всім іншим, як створювати бізнес в світі моди: модератор, коуч і благодійниця. Ти справді робиш дуже багато зараз для людей. Зустрічаємо її. Правда. привіт, добрий день. Ну що ж, ми розпочинаємо з того, що в тебе справді непроста доля, і про це ми сьогодні поговоримо, але те, що знають абсолютно всі. Ти завжди зустрічаєш любі перешкоди з усмішкою, а, і дуже сміливо. Чому ти така от стала смілива, що сталося в твоєму житті? Що ти одразу сказала: я буду ось така, які події в твоєму житті? Я думаю, це якщо можна, я буду спілкуватися Давай, російською, тому що я я можу спілкуватися українською, але це не кожен день, і це буде дуже незручно мені. Я не зможу бути такою емоційною і не розкрию усю. глубину, вот уже <с началось глубину вообще всех своих начинаний всего. На самом деле я сильная только потому, что жизнь из нас делает сильных людей. Если, конечно, я готова быть слабой, готова на ручки, только найдите мне эти сильные ручки. Вот. Вся история моя начиналась с обычного города, с провинции, с населением до 90 тысяч человек. Это была информация в мои школьные годы. І я знала вообще ізначально, що імі э, примір родителей, що я хочу чем-то займатися, приносити пользу і, звісно ж, зарабатывать. это було у мене первічне живання. Що для тебе перш за все э, справді цікаве? Цікава робота, цікава, якась цікавий напрямок, або або э, гроші. Якщо тубирати, що для тебе на першому місці, що на другому. Для меня всегда важно то, что бизнес должен приносить деньги. Я не могу сказать, что я ради денег пойду на все, либо я буду делать плохой продукт, чтобы заработать деньги. У меня это совокупность факторов. Обязательно бизнес должен приносить деньги. Об этом я говорю на своих мастер-классах. И я сразу задаю вопрос, когда ко мне обращаются за помощью. Я говорю, это бизнес или ремесло? Поэтому я не разделяю эти понятия. А, ты – засновница Правда Лейбл. Это лейбл, который ты створила за последние, за 5 лет? Это история не совсем а, правда. Правда Лейбл существует полтора года, так. а именно в швейном бизнесе, да, я 5 лет. Он назывался по-другому, это был партнерский бизнес, а потом был ребрендинг. Uh -huh. uh, ну, Давай трошки тоді почнемо uh, про твій бренд. Ти кажеш півтора року, а що було до цього? Якщо uh, швейний бізнес вже реально п'ять років існує, в тебе були партнери. Я так розумію, твій шлях починався з партнерської ідеї. якоїсь. Ну тепер готуйтеся, зараз буде довга історія <laughs> життя і переїзду. Начнемо з того, що в 18 років я була той дівчинкою Леною, яка їздила з клетчатою сумкою і з першими 200 доларів на ринку України закупала там... слуха реально 200 долларов c був твой початок 200 долларов это живых денег которые были у меня на руках которые я пришла тогда к работнику мамы и говорю суши мне нужны деньги он говорит ну вот я тебе могу выделить кассы они занимались колбасой ну то есть мама мне дала образно говоря эти 200 долларов а И были 200 долларов отложенные на диван. Это была следующая инвестиция. Но если по факту, то есть 200 долларов клетчатая сумка, рынки Украины, это всем известная, да, там Барабашова, седьмой километр, потом начался Турция, Китай, это все поросло. Я открывала, это была точка на рынке первая. После этого я позаботилась о людях. Я, мне надоело им говорить, что становитесь и меряйте Шанель, там, знаешь, вот этот я открыла первый магазин в нашем единственном торговом центре на тот момент в городе своем. После этого было направление парфюмерия, игрушки, нижнее белье, были даже приколы, мужская одежда. Это все развивалось там на протяжении первых, наверное, семи лет. Такие питание. Тоби было 18. Да. Когда все гуляли, отдыхали, ходили по дискотеках, ты говоришь, нет. Мне это Мабуть, не потрібно, <laughs> я пойду. на. Та то... да, щас, рынок то до двух да. рынок до двух возраст молодой. До второй години дня. Да, до другого ты... дня. А, а потом... ты встыгала еще на дискотеке? Я, мало того, что я могла на <свят> дискотеке приехать торговать, и всех, дискотеки, это же все мои клиенты, рестораны, заведения. Я шла, я видела каждого, кто шел в моей вообще одежде. Это было так круто. О, моя кофта пошла. О, моя юка. Маленький город, ты всех знаешь. Это было вообще нереально круто. И мне хотелось повысить уровень, и я перевела их всех в магазин. А, но я тебе даже больше скажу, я тот счастливец, которого почти в 19 лет уже был ребенок. рак серьезно поэтому все это я уже делала когда у меня был сын да добра а то діка питание як чолові до цього ставився Это было великолепно, потому что мне кажется, вообще в принципе у меня вот такой вот, вот такая постанова, что женщина должна заниматься своим делом, а если у женщины есть какой-то талант или какое-то видение, то пусть занимается. есть у бы такая потужная лидерская позиция. Да. Окей. Ну добра, туди поехали далее. Ты створила. Коли ти створила, вже ти зрозуміла, що це вже буде не просто ринок, це буде не просто магазинчик, а і цілий напрямок різних магазинів. Так, якщо ми говоримо зараз про бізнес, коли ти зрозуміла, що це має бути щось більше? Когда женщина личность, когда ей хочется самоутвердиться, либо хочется вообще, в принципе, я даже кайфую от бизнеса, кайфую от коммуникации, от бизнеса, я уже тогда, не понимая, что это сейчас модное название ⁇ личный бренд ⁇ я уже его сделала в своем родном городе. И когда я что-то открывала, какое-то очередное направление, это, как правило, то, чего мне не хватало. В своей жизни, например, mm -hmm. да. То есть духов, там мне хотят парфюм, да, там я открыла, я знала, где что взять, кому что продать, и у меня уже была аудитория для этого сформированная. Нижнее белье я обожала. У меня когда-то была коллекция 100 комплектов нижнего белья. И это была моя такая вот фишечка, и я открыла себе целый отдел нижнего белья. То есть я открывала и кайфовала от всего, что я делаю. Это были реинвестиции. У меня было четкое, это сейчас я называю слово реинвестиции, а тогда это было от кредита до кредита, от развития до развития, от выплаты до выплаты, и всегда были живые деньги. Сейчас я знаю, что это называлось товарооборот и денежный оборот, в котором ты зарабатываешь. Если ты не двигаешься, не развиваешься, ты не зарабатываешь деньги. А вот тогда мне это все нравилось. И я даже больше скажу, что я и магазин отдельно стоящий открыла еще кроме всех отделов, которых у меня было семь в одном торговом центре с разными направлениями, я открыла еще отдельно стоящий магазин. Что про тебя сказали люди? Тебі, було, тебе сколько тогда было, когда в тебя появилось 7 магазинов? Это было мне уже 23-24 года. Ну, для маленького міста це було вау. Ви розумієте. Скажи, звідки ти родом, тому що ми Я говоримо, Бах... знаєш місто. Це але... Артемівськ. Зараз він називається Бахмут. Бахмут, ага. вот. йому повернули. Увага, увага, 90 тисяч населення. Ну, можливо, зараз дані змінилися, але сам факт, що ну, ти там, мабуть, була зіркою справжньою. Ну давайте <рес> Перші пакети, які з'явилися, магазин називався Лілі. Всім, хто смотриться, о! Хлопці. Только благодаря вам я такая. Первые пакеты Лили, троллейбус, ребята, это разрисованный троллейбус Лили, вот так вот это был такие как иероглифы, тогда модно было. Я уже тогда понимала, что нужно развивать, нужно рекламировать, что а перед э, э, фильмом в кинотеатре была тоже реклама, листовки, это все было регулярно, это было на уровне Бахмута, это Анрел. Люди, которые ко мне относились, они делились на двое. Первые говорили о том, что ой, это ей все легко дается, да у нее все лучше, да у нее там что-то. Обязательно какого-то инвестора мне приплетали. А вторые... Э, в смысле инвестора приплетали? Ну, э, это не инвестор, а обязательно они думали, что какой-то мужчина мне всегда помогает. Кто-то просто дает мне денег. Аннеда помогал? Не что... Нет. Николы? <свят> Нет. Именно на бизнес мне никто никогда не давал денег. И чоловік, який в тебе був, він до твого бізнесу ніякого ставлення, відношення не мав. Абсолютно. То Тобто все сама ну да, сама с делегированием полномочий, с работниками, с моей командой. На тот момент это были продавцы такие же, как сейчас, да, там универсальные солдаты, это были и подруги. И истории были разные с продавцами, которые думали, что тоже кто-то дает все. Нет, на самом деле, и принципиальный момент для меня был, и я считаю, что я права, несмотря ни на что, что я отдавала все долги Якщо колись з кимось в партнерських партньорських відносинах. Тоді таке питання, ти сказала, щойно, що були продавці різні історії. От ти пригадуєш якусь така історію, можливо, вона тебе вразила, там, я не знаю, ти людині довіряла, а людина по-іншому себе повела, або якось підставили, або якийсь такий момент, який змінив доленосний момент, коли ти зрозуміла, що ти. Можешь ну, что-то змінювати на краще, якось то развиваться. Может быть, какой-то болезненный, момент в твоем жизни? Ну да, необычный момент. У меня все продавцы были как подруги. У меня весь мой бизнес... Может быть, это ошибка, но я не могу по-другому строить. Ты проживаешь с этими людьми огромную жизнь. Ты с ними с утра до вечера, ты с ними можешь поделиться, они видят твое состояние даже там в любом, нервном, радостном, невзначай можешь поделиться сокровенным просто с продавцом, которым ты даже вообще ни о чем не... Я даже больше скажу, были истории с продавцами, которые, это я узнала уже через много лет, да, были истории, никуда они не делись, когда воровали какие-то вещи, что-то недосматривали, были истории, когда Я така... Та -да ти думаєш чи казати нам імена? Давай. Ми Нет, можемо, імена, би... окей, Ми можемо то, називати що... імена і прізвища, але ну, було б цікаво одна з історій. Е... Ну, ти про неї розповідала на своєму майстер-класі, коли ти людині довіряла. Потім зрозуміла, що людина все виносить з магазину за твоєю спиною, поки ти про це не знала умовно. Да, это тоже было. А роз... розкажи про цю історію. Ну, це всплило через много лет, Это mm -hmm. не получилось так, что я это вижу. Но опять же, это была моя ошибка это э, тотальное доверие и не тотальный контроль. Mm -hmm. То есть, какие бы дружеские отношения ни были, это должно быть э, под контролем. Все все mm -hmm. под контролем. Бухгалтерия, цифры, все это должно быть под контролем. В чем ошибка прошлого? Не было у меня бухгалтера, не было кому проверять. Бухгалтер был по э, бухгалтерии по отчетностям, а переучеты мы все делали сами или сдавали из. Э, одной смены в другую. Ну, это такая история. Были и поинтереснее истории. А ну, а давай якусь цикаву. Цикаву? Когда через много лет я узнала, что одна из моих продавщиц оказалась в одной машине с моим бывшим мужем. В одной машине. Ну и, соответственно, все, что с этим прилагается. О, Тобто, и это ты уже через певный час здесь Да, и причем этот человек, наверное, я не знаю, увидит или нет, я об этом ни ей не говорила никому. Тобто, они не знают этого момента, что ты знаешь. счастливая мать и жена. Твоего она... Нет, человека Нет, она счастливая мать, она жена, она не знает о том, что я знаю. Ну, у меня продавцов было больше 50 человек за все это время, поэтому, ну, она точно знает, что это о ней, если посмотрит это интервью. И после этого события, то есть она также продолжала у меня работать, я же об этом не знаю, и так же все происходило. Это такая пикантная история, когда продавцы, видя жизнь своих директоров, хозяев, они хотят такую же жизнь. Они думают, что что-то им даст возможность получить такую же жизнь не своим трудом, а какими-то псевдо вообще историями. Все не так. Каждый человек должен проживать свою жизнь. И нужно всегда оставаться человеком. Доброе. Но, повертаясь до всей истории. Продавці вони дивляться на твій успіх, вони рахують твої гроші не просто в уяві. Вони тримають ці гроші в касі. Багато чого, мабуть, ще й не підозрюють, скільки треба налогу заплатити, скільки треба зробити інв... реінвестицій. Вони конкретно бачать цю цифру і стопку грошей, так? І вони починають умовно заздрити, які були підстави. Ну, вот, ну, представы, это такое российское умовное слово, Чи представляли тебе дуже конкретно с какими моментами в жизни? Твои продавцы? Ну, кроме того, что ты розповіла про чоловіка. Э... Uh, Когда-то я взяла на работу, я, у меня есть такая черта, я жалею людей. Uh, Когда-то я взяла на работу девочку, которая это был период 15-16 года, я ее пожалела, она пришла по протеже моей СММщицы, и вот история четкая с... Uh, тем, о чем ты говоришь то есть мы были на выставке это была оптовая выставка четко говорится у меня есть должностные инструкции у меня есть четкие условия перед выходом на любую для всех продавцев то биее конечно для, для всего персонала после привлечения финансового аналитика у меня прописаны э, все должностные инструкции это долгий процесс это нелегко но ты под свой бизнес подстраиваешь работу да у нас есть выставки тогда это была key fashion и пришла эта девочка у нас оговорены четко ставка процент все это оговорено. И через какой-то период после выставки она сама себе посчитала зарплату на ее усмотрение, взяла с кассы, тогда помню, это было одиннадцать чем-то тысяч, и исчезла. Заблокировала почты, телефоны, фейсбуки, инстаграмы. Просто исчезла. Она, а следом и ее подружка после моего звонка, Сммщица, которая работала. Вот и все. А яка мала бута зарплатня? Она посчитала, что ей нужен не помню или больше процент или больше ставка. Ага. Ну, это на ее взгляд, что она вот так вот э, должна получить. А скільки вона мала отримати? Вона взяла собі 11 тисяч. Я а... на даний момент не пам'ятаю, але що... умовно, хоча б ну там 5 це мало бути чи тисяча гривень, а вона взяла 11. Ну просто щоб нет, розуміти нет, різницю. Я це була десь в районі 3-4 ага, тисячі тобто, сума... Ну, Але на той час, 2015 це рік, це була сума? Ні, Взагалі просто це нормальна сума. Uh -huh. и я даже больше могу сказать, что она и для меня была существенна, потому что открывался новый магазин, затратка на выставку. Она не видела затратную часть на выставку, например, 50 тысяч uh -huh. гривен. Uh -huh. Она увидела выручку 50 тысяч гривен uh -huh. и не понимает, что эта выставка сработала ноль. И это выставка, которая работает на перспективу. В швейном бизнесе всегда что-то работает на перспективу. Ты не можешь здесь и сейчас взять все деньги. Ты вкладываешь и ждешь, пока сама купится бизнес. Хотя бы. А потом ты начинаешь зарабатывать. Причем в этот период, когда ты на твой взгляд, кажется, что ты уже продаешь, ты забираешь mm -hmm. деньги, ты сама окупаешься, и ты еще докладываешь. Это называется доинвестиция, да. Mm -hmm. То есть то, что ты докладываешь для того, чтобы зарабатывать больше, развиваться. Тебе нужно развивать СММ говорить. Mm -hmm. СММ, тебе нужно развивать СММ это все социальные сети. Тебе нужно развивать какой-то сайт, тебе нужно развивать рекламу, тебе нужно сотрудничать с блогерами, тебе нужно быть узнаваемым, посещать выставки и все, вот это вот это дополнительные инвестиции. Самый классный э, момент, который я обожаю, хочу заявить что если у вас есть корпоративные заказы, принимаем их. Все, кто делает корпоративные заказы, это люди, которые к тебе уже приходят на имя. Это люди, которые не придут к тебе просто так, потому что кто-то знает, что ты когда-то что-то там делал. У тебя уже есть превью, у тебя уже есть базалки, все брони, мать-боты абсолютно Вот сейчас, например, обратился Евролаб. Да, uh -huh. То есть я им на понедельник готовлю уже то, что, на мой взгляд, может подойти, я уже провела, я была там на обследовании, я провела э, такой э, опрос у работников, почему вы ходите в платьях, а не в брюках, а чтобы вам удобно было, да. И это люди, которые к тебе уже обратились, они уже точно заключают с тобой договора, они точно дадут тебе предоплату, ты точно под них выполнишь и получишь свои деньги. Uh -huh. Вот это быстрый возврат денег, то есть это точечный заказ, но ты его не можешь себе нарисовать извне, потому что ты еще никто, тебе нужно. нужно вистроїть вот эту довгу цепочку роботи, uh -huh. а потім отримати корпоративні закази. Слухай, що ти за історія з українськими дизайнерами? Ем, я точно знаю, що коли ти приїхала в Київ uh -huh. і в тебе ще не було твого бренду, який зараз є, правда, лейбл, так е, ти зверталася до дизайнерів з різними колабораціями. Розкажи про цю історію, тому що вона реально аж дуже класна. Роз. Когда я только переехала в Киев, у меня из всех моих знакомых здесь была одна дизайнер, Ксения Господинова, мы с ней э, сделали коллаборацию первичную, Динова она называлась, это была коллекция пальто. И э, я приходила со своими э, предложениями к очень известным дизайнерам, да. То есть я предлагала им там свитшоты со словами песен, коллаборация троих, у нас была общая знакомая певица, да, она известная дизайнер, и э, тогда это было... Яка спевачка. Даша Суворова. Uh -huh. Я предлагала Даше э, опубликовать ее э, с. Э, с текст ее песен, ее стихов, на талантлива, и превратить это в бизнес, да, это не глобальные были предложения денег на тот момент, но это перспектива, это большая узнаваемость, это продвижение личного бренда, это я сейчас с уверенностью могу сказать, через много лет. Это ты первая завжди приходила и стукала в двери, добрый вечер, вечер, меня зовут так, да. давайте співпрацювати. Тогда была проблема, потому что, типа, я прихожу от имени Ксении Господиновой, они готовы были работать со мной тогда, но, типа, а почему мы будем продвигать другое имя? Mm -hmm. а, приходи там типа когда сама будешь через много лет много это для меня там два-три года в Киеве, когда уже все было вот идеально. Тогда мне отказали, насколько ты поняла, не не сочли мое предложение серьезным. Як вит, ну вот я как была в ведь Это не деньги. Нет, а, ну, Це не серйозна це, да? Да, це, це не гроші... нібито? так. Да, да, да. Ага. Ну, что... А ти зробила весь бізнес план ти все прорахувала і сказала, яка как будет. Мы обсудили только процент от продаж. Я предлагала uh -huh. разные варианты, потому что мне казалось на тот момент, что за столом со мной сидит э, дизайнер, у которого все это понятно. Ну, то есть mm -hmm. я начинаю, mm -hmm. я начинающий, Я прихожу mm -hmm. з приложеннями, советом, і що варіанти сотрудничества. Mm -hmm. Да, тому що мені ти не можна... боялася йти до відомих в Україні людей, mm -hmm. до відомих дизайнерів. Ти просто як ти взагалі знаходила цих людей? Як я... ти обирала? От я сьогодні прийду до цього дизайнера. Начнем с того, что я прям целенаправленно к ней не шла, это Киев сам расставлял э, на какие-то позиции людей вокруг меня, mm -hmm. то есть это было спонтанное знакомство, тут же я понимаю, что мы чем-то можем быть друг другу. И ты уже полезны. его хопала у это знакомство. Но без этого не будет, понимаете, в любой, в любом новом знакомстве, да, сейчас у меня идеальная презентация, я считаю, на мой взгляд, субъективно, конечно, что меня зовут Елена Правда, я универсальный солдат в мире моды, да, то есть это говорит о том, что все, что связано с фэшн, все, что связано с производством, с продвижением, с созданием, можно обращаться ко мне. Раньше я ходила и так, знаете, здравствуйте, меня зовут Елена, и еще мялась, говорила, Хизаненко, а вот я соучредитель бренда такого-то. Это долго, это непрезентабельно, это нет уверенности. Я тебе скажу одно, подытожу, что через несколько лет эта известная дизайнер, придя в компанию, которая занимается самыми крупными поставками в Украине тканей, она... Uh, спросила у них, с кем я могу посотрудничать. На... Мне нужна правая рука, чтобы вот все, все во всем понимала и разбиралась. Ей дали мои контакты. А, да, класс. А раз от, от и Ты представляешь Super. вообще мое наслаждение, когда я видела на экране фамилию и имя этого человека, и который теперь у на меня... На экране voir... телефона был звонок да. Це входный, Тоби, виднее. Да. Тобі. да. Від неї. да. Я ты уже вот знала, что тебе позвонят? Конечно, поступить. меня предупредили. Это человек, он 20 лет в фэшоне, ему нужна правая рука. Меня предупредили, конечно. <laughs> Слушай, а мы там дали твой номер, потому что. И это символ... за три года в Киеве? Это же чуть меньше. Класс. Бренду уже лично моему правде было всего лишь год. То угу. есть всего лишь год, я после того, как сделала ребрендинг, я переименовала свой ник в Инстаграме Елена, правда, у меня появилась правда, лейбл. И все понеслось. Это было меньше, чем через год. Я тебе даже больше скажу: при правильном подходе, после э, ребрендинга, я лично свой бренд с учетом карантина вывела в прибыль чистую прибыль 80 тысяч гривен. Кто швейник, тот меня поймет, кто в бизнесе, тот меня поймет. А в сентябре месяце это было меньше, чем год и два месяца. Ну, это очень хорошие обороты для реально швейного бизнеса. Это вообще просто у нас даже для меня был. Я в шоке была. Просто это было вот правильно выстроено каждая вообще каждый поток бизнеса, структура вся бизнеса. Угу. Но это не делается просто вот так я хочу. Я универсальный солдат не потому что я одна все делаю, а потому что я пользуюсь экспертностью, я делегирую полномочия. Только угу. поэтому. То есть ты э, говоришь. Що в тебе є команда, і вона потужна, і команда тобі допомагає зараз вже. Yeah. Але все одно все починалося з твоєї ідеї, із 200 доларів, і як ти сказала, клітчатої сумки. Yeah. — сумки. <laughs> Добре, скажи, от ти е, сильна, ти потужна, це відчувається. Е, з ким в тебе двоє діток? Uh -huh. Скільки їм років зараз? Я така, ого, ці цифри! 19 і 12. — 19 і 12. Це від одного шлюбу. Це різні шлюби, так? А, що відбувалося на особистому, в особистому житті? А, якщо от слухаючи тебе зараз я розумію, що ти працюєш, ну, я ще й це знаю. А, не по розповідям, а справді там твої соцмережі, вони зашкалюють, ти лягаєш спати дуже пізно, встаєш дуже рано. З ким діти були цей весь час, коли ти будувала свою кар'єру самотужки, коли ти вкладала в свій бізнес, робила реінвестиції. Ну і як ти говориш, і в принципі, я схильна тобі довіряти, що справді е, якихось інвесторів в тебе не було? Смотри, перше, то. що... Что... Я тот счастливчик, знаешь, там сейчас 18 лет, ребенок, я тот счастливчик, который забеременел в первый день своей половой жизни. Я была отличницей, комсомолка, образцовая ученица, очень осведомлена, и такое счастье у меня получилось. У меня изначально но, но это было... это счастье, молодая мама. это же просто счастье. Я, кстати, не знаю, решилась бы я сейчас осознанно рожать детей. А, имея вот такую нестабильную атмосферу в, в стране вообще в, в жизни когда ты не знаешь какой карантин будет завтра что будет завтра ты рассчитываешь на себя алы же молодость в на такая не но ну, я максимализм бо спрашиваешь кроме этого всего у, у владика была няня у нас были вообще няня у него была армянка о, и, знаешь, он сам был кориглазы и когда видели его они даже не думали о том что и Это не их ребенок, у них у нас была бабушка Соня, там, дай бог здоровья, она мне помогала, они жили в соседнем подъезде, помогала мама как могла, но ты знаешь, мне даже в том, что с Владиком сидела няня, мне проще, мне хотелось, чтобы бабушки наслаждались, ну у него так была одна бабушка, наслаждались вот этим вот временем, а не то, что их заставляют или напрягают, тем более мама у меня была тогда в расцвете силы, и она тоже вела бизнес. У нього був mm. теж своє діло в нашому торговому центрі. Mm -hmm. вот. Вона зробила свій бізнес, твоя мама. До того як ти зробила свій, чи після того? Як Не, ти сталося? моя мама Чего нам же была бизнес-вумен, а тоби подказала. Умовно. всю жизнь або... была бизнес-вумен, она занималась чуть другой сферой. А вот этот магазин, в котором она уже работала, я понимала, что ей нужно куда-то. У меня мама была всегда с такими ногтями, всегда с прической. Она выходила в 7 утра, заходила в парикмахерскую, и уже шла. У нее такие ногти были. Никогда у меня таких не отрастало. Я не в нее ногтями. И она все время на прическе, ей нужно было куда-то ходить. Она была настоящей женщиной. Mm -hmm. вот. Мама зарасневает. Mm -hmm. Ну, я думаю, что она однозначно тобой пишається. Це Это однозначно. Добре, то тобто... есть, вот и слезы. У <laughs> сильных женщин тоже бывают слезы. Сейчас будем плакать разом. Знаешь, дивлячись на тебе, ну, хотелось бы, чтобы справді багато в кого было столько впевненості идти до своей мети, потому что ты ну, робиш очень много. Я знаю, что ты занимаешься еще и благодійністю, так? Угу. Можешь трошки про благодійність рассказать? По поводу благотворительности. Я применяю... Салфетки, салфетки. Я применяю очень часто адресную помощь. Это не та помощь, которая меценат там глобальный, знаешь, или там какие-то такие вещи делаю, которые ну... Как вот многие, да, там жены миллиардеров, жены политиков, они идут в благотворительность, они всем помогают в таком формате. Нет, это как правило одежда, это как правило, эм... Ой, спасибо, это как правило адресная помощь. И я хочу сказать, что мне это нравится больше. Я четко понимаю и знаю, кому я помогаю и чем. Одним из последних проектов, да, у нас есть как подружка по бренду, да, я не считаю, кстати, людей-производителей подобного моими конкурентами, я просто считаю, что мы производим все, и у нас одна целевая, мы вообще должны коллаборироваться. Поэтому, зная то, чем она занимается, я с уверенностью отдала ей целый короб одежды, да, там, костюмов 70, они были там в районе 1200, они стоили, для того, чтобы она передала в дом, который уже Дом инвалидов, дети, которые, знаете, они очень изнашивают эту одежду. Им никто ее не покупает. Я вспоминаю себя в подростковом возрасте, как когда мне каждая вещь приносила такое удовольствие, когда меня одевали два раза в год. Когда. Э, ну, еще могу они... здесь на рынку, знаешь, Конечно. на такие картоночки. А Тогда Когда даже торговых э... центрах я не была, тогда не было таких, ну, представь, это какой, 83-й там плюс. Это 90-е годы. Какие там это рынок два раза в год. Причем день рождения, у меня 15 июля. И это был и подарок. И собирали на 1 сентября, и ты радостно так было ходишь. И значит, вот этот вопрос. А только у меня такое, и, знаете, продавщица такая, как правило, только она выбросила сигарету и кофе, макофе тогда, и говорит, конечно, я привезла только один, и ты такой, есть только у меня, знаешь? И я представляю этих детей, которым просто привозят коробку с этими вещами, они новые абсолютно новые, и они это одевают и носят с удовольствием, да, там мне для приличия высылают, я не прошу, кстати, но мне высылают там фото, видео, что-то, я просто кайфую от того, что они для меня это уже образно говоря говоря, да, об осознанном потреблении, и плюс еще Тобто я поторгувала, я вже щось заробляла, і є можливість помочь дітям. Є ще один проєкт, який который... е, 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 щось ти кажеш, це м, речі, які залишилися, так і вони умовно ти маєш їх віддати або продати, щоб вони ну, я просто... їх переделать, продати, я можу з ними там, на скидки пустити, я можу що угодно. С От ними я саме про це хотіла сказати. Ти могла умовно їх далі продавати, тому що це нові абсолютно якісні речі. Да. Але ти відчула, що в той момент тобі краще да. навіть втратити ці гроші. сделать вот такой кровь. Да, да, именно так. Еще один проект, которым я сейчас прям горжусь, кстати, тебя на него приглашаю, это когда бренд, либо на моем примере, да, Правда, Лейбл, дает базовые футболки. У нас есть вот такое вот сердце, прям разработала его моя подружка, на котором написано Правда, оно как живое сердце смотрится, да, и мы с блогерами разрисовываем его. И э, после продаем на моей рабочей странице, и все деньги идут на благотворительность. Вот с прошлого, например, у нас осталась одна футболка, нам осталось ее продать, и все 2 500 гривен мы прямо отдадим такого микро помощи девочке Адель, которая больна. Мы выбираем заранее человека, которому поможем точечно. Угу. Молодцы, молодцы. Ну, а еще повертаясь, давай трошки про особенности жизни. Та, може, я вже переживаю. <гум> <гум> Давай про особисте життя. Ну, тому що от ми з тобою говорили про те, що з дітками в тебе була няня, допомагала, ти приїхала в Київ. є одна історія, яка сталася в твоєму житті, коли з чим ти взагалі приїхала в Київ? Що в тебе було, коли ти це почалася війна тоді, так? <гум> Розкажи цю історію. Почалася <гум> війна, і ми переїхали в Київ. Ми це хто? Я на тот момент со своим бывшим мужем. Так. И с дитками. Да. Так. Но у нас были обстоятельства, при которых я еще на год осталась в Артемовске. Я закрывала свои дела, и мне хотелось, чтобы Ева находилась. Еще тогда было ей пять лет, чтобы она находилась в Артемовске. И она давала силы, скажем так, моей свекрови для того, чтобы держаться за жизнь. Угу. Вот. Когда Ева уже пошла в первый, уже приходило время идти в первый класс, мы решили, что Ева пойдет уже в Киеве, уже пора переезжать все вместе. Вот. И мы переехали сюда и... Переехали, в принципе, без, в моем случае, единого знакомого. У меня была Кумас, с которой мы впоследствии открыли первый шоурум украинских дизайнеров. Это было на пике, мы хорошо работали, кстати, торговали. Все было замечательно, и схема была хорошая у нас для сотрудничества и с украинскими дизайнерами, и мы хорошо работали. Дети пошли в школу, и оно понеслось. Потом понеслось второй магазин, потом открыла для мужчин магазин, потом его закрыла. Это тоже мой путь ошибок, проб и опыта. После появилась Динова. И вот сейчас уже там 13 представительств по Украине, в которых мы представлены оптовые розничные продажи, корпоративные заказы, которые я очень люблю, помните, да, я говорила, то есть это салоны, это в тебе одяг, и с какими-то да. своими идеями, умовно надписями и тому Да. Подобным. То есть uh -huh. это может быть разработка по цвету, это может быть готовая модель, они говорят, мы вот такое, мы хотим в зеленом uh -huh. цвете. Например, uh -huh. они там какая-то компания, у которых корпоративный цвет зеленый. Это могут быть пальто, которые у нас являются уникальным торговым предложением, это пальто-халаты наши, и их заказывают, тех, кто Айкс продают, они продают uh -huh. наши пальто. Oh. Е, слухай, і ти сказала, що ви приїхали з чоловіком, але зараз ти розлучена, наскільки я знаю? Да, я розлучена. Що сталося? Це така історія глобальна, широка нам отільна програма для цього понадобиться. Єдине, <laughs> що можу сказати, спасибо за Єву. Uh -huh. е, це правда, що коли ти розлучалася, ти реально без нічого пішла від чоловіка? Да. Чому так? І мужичок зараз. Um, ну, ну, якась ситуация сталася, у тебе двое детей, ты в Киеве, сама, и как так, как разлучение? Ну, почему ну, Я же не могу. Все это, ж тільки это... началось, и все ж нормально. ви же уже, пош... ну, бизнес нормальный в Киеве. Я вообще, знаете, как счастлива, что я с этим не прожила всю свою оставшуюся жизнь. С этим? Это про человека? С а... Чи... Этим обстоятельством, mm -hmm. с этим мужчиной и с тем, что все, что происходило. Я считаю, если даже женщины сохраняют ради детей какие-то там семьи, обстоятельства, жилье, там какие-то блага, например, у каждого разное. Женщины очень зависимы морально, иногда материально. Так как меня это, слава богу, ничем не связывало, и не сковывало, я считаю, что у нас жизнь одна и нужно жить ее в удовольствии, не ущемляя, не моральные свои желания и если мужчина бездействует в твоей жизни, если он не оказывает, да, то есть у нас четкая позиция у женщин, женщины четкая, запомните четкая, у нас должна быть позиция, у нас мужчина должен быть кем, добытчиком, защитником и любовником. Если что-то выпадает, то есть время, если даже вы там надеетесь на то, что он будет другой, на то, что там что изменится. Нет, есть четкие не меняется, временные да? рамки, можно изменить. Нет, многие мужчины меняются, многие стараются меняться по возможности. Но есть четкие временные рамки. Если мужчина не делает для тебя элементарных вещей, вот просто три позиции: да, мы не говорим о звездах с неба, мы говорим о реальных возможностях реальных людей, там, например, да, там жилье, еда, как минимум, там раз в год хотя бы там отдых, если уже не. Завышать свои запросы, uh -huh. королев. <ролев> <ролев> То есть, если элементарных вещей не может мужчина, настанет время, когда вы все равно не будете с этим мужчиной. Но ну, не может женщина быть удовлетворена. Недавно мы были там э, в Евролабе, да, ой, наверное, не стоит говорить этого, да, но в клинике в определенном, uh -huh. да. И разговаривали с гинекологом об оргазме. Это такая тема, знаешь, там какое количество женщин притворяется, э, когда имитируют оргазм? Uh -huh очень огромное количество, да, там я не буду говорить это в цифрах. Почему? Потому что если мужчина не удовлетворяет ее по каким-то аспектам, то есть, да, там, моральным, материальным, как бы это ни казалось, там отношениям, то женщина не хочет этого мужчину. Вот и все. Uh -huh. То есть нужно, чтобы мужчина давал женщине элементарные свои какие-то, эм, как это называется, не чувства, даже чувствами сыт не будешь. Эм, Чоловіки в твоєму житті, якщо бізнес ти робила сама. Е інвестиції вони в твій бізнес не давали. Ну, реально. Е ти, я навіть не знаю, ти собі якого чоловіка. ну Ти коли обирала, це була любов, це ж було без, мабуть. ну Не перші гроші були. Ну Ні, Зараз не. ти просто говориш з такої позиції, що чоловік повинен робити те, 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 те. Але в твоєму житті було не так. Нет, изначально, давайте будем откровенными, изначальная история всего это так, как надо. Если бы угу. не так, как надо, угу. всего бы не было. Угу. Але шось а потом что изменится. А потом что-то пошло не так, знаете. Угу. Вот. Добро, а история? А мне, кстати, ты знаешь, что большинство людей, которые нас знали и которые, которые вообще в принципе история моя по жизни, если мужчина слабее, если мужчина не успевает за успешностью женщин, мужчина должен быть хотя бы ну, на пол головы выше, ну угу. ладно хотя бы на уровне. Если он морально, материально ниже, у него появляются вот эти комплексы и он, как правило, это уже не моя история, но ее приводили мне часто в пример, я ее не мерила, что он начинает самоутверждаться какими-то вот такими вот мелочными, типа внимание к другим женщинам, угу. какие-то самоутверждения где-то, какие-то колкости, какие-то бездействия где-то. Мужчины считают, что они таким образом показывают женщине какую-то свою силу. Они таким образом показує жінці свою слабость? Угу. І це, до, до речі, дуже е, ситуація, вона реально ча, часто. Тому що справді, замість того, щоб дати любов, він е, ображає і десь робить тобі боляче. І тоді він отримує цю емоцію. Він робить так, як тобі не подобається, і він, і він хапає ці емоції від тебе, умовно. Е, ти лежала в лікарні, угу. і що сталося тоді? От, це ж була точка розлучення вашого з чоловіком. Так. Да. Я прям після операції приїхала додому. Е, і ти, як довго ти була в лікарні? П'ять днів днів. Ти зламала ногу? Так. Да, ну, кость в ногі. Кость в Е, Тобто, ти, умовно, на костелях. Ти, ти була під наркозом? Так, да, під Угу. Де був він? Дома. Він жодного разу не прийшов до тебе? Ні. Ти приїжджаєш додому? Ну, он лекарни... же не знал, что за это время я нашла квартиру, <свят> заказала грузчиком грузовую машину, и даже стояла внизу. Uh, да, я задала вопрос, как можно было прожить 10 лет, и uh, как можно было не прийти в больницу, вообще, ну, в принципе, вот, смотри, даже не позаботиться. Кто платил за операцию? Я. Угу. Это даже, ну... Кто годувал, кто приносил ежу? Друзья, друзья, знакомые и люди, которые хотели быть рядом. Это было в Киеве, да? Уже в Киеве. И ты приезжаешь домой. Ничего, собираю вещи и переезжаю в квартиру. Пытание до него какое-то было? Да, почему человек, проживя 10 лет вместе, не удосужился а, прийти в больницу, там договориться с врачами, а, порешать что-то. Ну, как вообще должен мужчина? Что должен делать мужчина, когда его женщина попадает в больницу? Он должен... Ну как ми, Но ну, он не должен, наверное, для меня это логично, что там договориться за врачей, договориться за обследование, там заплатить за операцию, если он хочет нормальных отношений, ну вообще это нормально, в принципе. Mm -hmm. Нет, этого всего не было, поэтому, ну даже не в этом дело. А он ответил тебе? Я задала вопрос, как можно было так, и положила ногу за ногу, потому что мне нельзя было после операции швы. Uh, все это такое, говорит, а что ты пришла, тут ты выпендриваешься, матыш нельзя в прямом эфире, uh, типа в моем доме, а я было... уже даже не буду mm -hmm. говорить о том, о деньгах сейфа там или о всяких таких историях, еще uh, сникли гроши под час, ну нет, это не в это время, в общем, человек развелся со мной, не находя мне последние несколько лет на поздравления и подарки, uh, денег. Він знайшов деньги на юридичну компанию, яка нас розвела. Вот. І ти залишилася без грошей в Києві? Так, да, без нічого. Ну, подожди, він обещал віддати, я жду. Ага, не віддав. Може, він буде порядочним, а я ошибалась. Угу. В твоєму житті, ти знаєш, ну, за одну передачу, мабуть, неможливо розкрити взагалі тебе, яка ти є, і скільки всього ти пройшла. Але. М Мабуть, найважливіше, те, що відчувається одразу, що ти ніколи не опускаєш руки. В будь-якій ситуації ти прагнеш е, стати влучнішою, ти йдеш вперед, е, тебе знає весь фешн-бізнес. Е, в чому взагалі, на твою думку, твій секрет успіху? От такої сильної і водночас слабкої жінки? Мой секрет це перше, що Моя семья, да, мои дети. Второе, то, что я ненавижу лень, ненавижу бездействия. Это мои такие, знаешь, как два револь... револьвера, которыми mm -hmm. я вообще оперирую очень хорошо, и э, жизненный настрой. Каждый человек может переживать и депрессию, и расстройство по-разному. Если писать книгу по моей жизни, то можно всплакнуть. Это, знаешь, у нас сегодня была одна лирическая нота. А вообще, по факту, это может быть очень много слезных страниц, которые можно писать. Просто главное, как ты их принимаешь. Слава богу, знаешь, на меня не действуют а, какие-то истории в плане а, там, сглаза, упадничества, каких-то там наговоров, мнения людей других. Это бы все видлитаемо, не сдается. Да. <laughs> да. все, что погано, но в разные стороны видлетает, а кто... завершаешься только ты хорошей светлой и потужный. Я не знаю, кто мне это сделал, я не долларов, чтобы нравиться всем, знаешь, но я хочу сказать, что в моей жизни слава богу вот это все от меня отпадает. И может жизненный настрой, может быть какая-то история с каким-то там ангелом-хранителем там в роли мамы, но Мені кажется, що именно тільки позитивний настрой, стремление, робота і занятость. Занятость, ребята, Полная занятость, вона никакую депресію к вам не Що б ти могла э, побажати взагалі жінкам? Знаєш, ну у нас жіноча передача, mm -hmm. а, так, і так, тут все, треба щось. Совет. <світ> <світ <дня>. <світ> да, да, совет від Елени Правди. Що жінку робить щасливою, як стати щасливою. Женщина может быть счастливой на своем примере могу сказать, с теми людьми, с которыми она есть, те люди, которые приносят ей счастье, это ее наполнение. И э, она будет счастливой только когда поймет, что ей лично нужно, когда она себя поставит на первое место. Не всегда это даже у меня получается, но не всегда будем откровенными, я тоже под этот мир прогибаюсь, но чем больше и чем быстрее женщина поймет, что на первом месте она, а не кто-то другой. Тим щасливі вона буде, і мір будь-угінок. <ріхання> я тобі цього і бажаю. Я впевнена, що саме так в твоєму житті і буде. Ти цього заслуговуєш власним прикладом, ти руйнуєш всі міфи і стереотипи про те, що жінка повинна бути завжди слаб... слабкою, чекати, що хтось для неї щось зробить, що тільки чоловік може щось для неї зробити. Ти показуєш, що все можливо, все потужно. Але я в свою чергу тобі хочу побажати, щоб в тебе було. справжнее справжнє жіноче щастя, щоб всі абсолютно компоненты жіночого щастя були в тебе. Ти була по-справжньому щасливою. Була, є, і будеш. Знаєш. І нехай твій бренд розвивається, твої діти зростають в гармонії, в благополуччі і в щасті. Я тобі дякую, дякую за це інтерв'ю і дякую тобі за те, яка ти відверта. Тому що я впевнена, таких відвертих історій не кожен може розповісти те, що розповідала сьогодні. Ти за цей короткий проміжок часу. Я думаю, що ми ще не раз тобі обов'язково побачимось. Але наразі, друзі. Друзі, я вам хочу сказати, дивіться проект: хто, якщо не ти, надихайтеся, вірте в себе і знайте, у вас все обов'язково вдасться. Жінки, цініть себе, поважайте. З вами була ведуча Катя Краснікова. Ну і звичайно, Єліна Правда. Дякуємо. До нових зустрічей.